Привет всем любителям аквариумистики! Хочу представить вам свой аквариум, который назвал «Среди раскидистых ветвей». Запущен был 10 сентября этого года, то есть сейчас ему всего 2 месяца. По сути, я сделал перегрузку из старого аквариума в новую емкость грунта, камней, растений и рыб. Заменил некоторые камни, коряги, да и в целом получился новый аквариум. Посреди ночи у старого аквариума начала отклеиваться задняя стенка, кое-как удалось всех спасти. Но зато получился неожиданный перезапуск. Объем аквариума 65 литров. Фильтрует его старенькая помпа Сансан 600 литров в час, которая прячется в левом углу. Освещает вот такой простенький светодиодный светильник. Можно посмотреть сверху. Для губки от фильтра свой уголок, а в правом углу у задней стенки я подложил в грунт мешочек с керамзитом, чтобы сделать горку. Грунт, морская галька, уже хорошо заиленный. Камни подпирают грунт у стенки и просто уложены без склеивания. Из растений все простые, медленно растущие. Ламариопсис, мох иванский. Буцефаландра самая активная на заднем плане, не знаю, что за вид, но очень неприхотливая. На переднем плане мини-коин. После перезапуска пошел в рост как никогда. И с другой стороны, аламандовый тридарк и брауни-браун. Но они подсбрасывали листья и пока адаптируются. Удобрениями я предпочитаю не пользоваться, но на всякий случай у меня есть микро, макро, СО2 жидкие. Пару раз после подмены вносил макро и СО2, но особой необходимости в них не вижу. Раз в неделю сифоню серединку аквариума, подмениваю около 30% воды. Тестами давно не замерял, помню, что pH в кране около 8, по остальным показателям все в пределах нормы. Живут здесь парочка разбор, светлячков и стайка тетры аманды. Аманды в старом аквариуме размножились из 3 штучек, сейчас их 16. Было чуть побольше, за прошлый год были небольшие потери. Среди них был и вот такой интересный, судя по всему, гибрид аманды и светлячка. Он более бледный, чем остальные аманды, и с черной полоской на боку. 5-6 раз в неделю кормлю по утрам живой артемией. Вечером через день сухими. Это хлопья, мелкие гранулы, дафния, гамару, сделаю из них смесь. Кормлю совсем по чуть-чуть, чтоб сильно не замусоривать. Также в аквариуме есть креветки, улитки. Это главные помощники, которые контролируют здесь порядок. Если сушкой не перекармливать, то слишком бурно они не размножаются. И какую-то свою пользу приносят. Есть у меня еще 4 аквариума, все тоже небольшие, до 80 литров, но про них я расскажу как-нибудь в другой раз.